Для настройки стиля съемки в контроллере JavaVictor переходим в настройки и в верхней вкладке можно сразу перейти в стиль съемки в зависимости от режима, в котором работаем. Можно создать новый стиль съемки. Жмем кнопку «Создать». Стиль можно переименовать для вас, как удобно. Назовем его «Новый стиль». В нижнем ряду идет описание стиля. Жмем кнопку «Далее». Выбираем источник поправок. В данном случае Internet Entrip RCV. Жмем «Далее». Антенна базовой станции. Если известен тип антенны, выбираем. Если антенна неизвестная, то есть вы будете работать от удаленной базовой станции, антенну которой вы не знаете, выбираем «Unknown». Угол возвышения в градусах выставляете нужный для вас. Жмем кнопку «Далее». Антенна ровера, соответственно, Триумф 1 без радио. Жмем «Далее». И выбираем подключение к интернету. У нас к интернету подключен приемник, так как в нем находится карточка. Протокол Entrip и оператор GPRS. Если у вас оператор CDMA, выбираете его. Жмем «Далее». Вводим оператора. Если он есть в списке, выбираем его. Если его нет, оставляем пустым. Использовать эту SIM. Да. По умолчанию используется первая SIM-карта. Вводим номер дозвона. Пользователь и пароль не обязательно. И точку доступа оператора. Жмем «Далее». Параметры GPRS для второй SIM, так как в данный момент вторая SIM у нас не вставлена в приемник, жмем «Далее». ОК. И, собственно, сюда вбиваем все параметры. Адрес, порт, доступ и пароль. Далее выбираем «Таблица» или «Точка». В таблице отображается весь список базовых станций, которые сейчас доступны, если они нужны. Тип поправок RTCM3, будем работать с ними. Вот. Жмем «Далее». И идут настройки ровера. Вычисления. Мы будем работать в режиме RTK, выбираем его. Данные в поправках R1L2. Синхронизация по времени нам нужна. И здесь уровень фиксации RTK. Можно выбрать наиболее подходящий для вас. Ну, нас устроит нормальный. Жмем «Далее». Стиль обновлен и готов к работе. Жмем «ОК». Все, можно работать. Для этого переходим в файл, тест и запускаем съемку.